Департамент по делам народов республики преобразован в Комитет по национальной политике. Напомним, что указом президента России Владимира Путина в стране создано Федеральное агентство по делам национальностей. Из 22 национальных республик России в 14 субъектах имеется отдельный государственный орган, отвечающий за вопросы национальной политики. Новый комитет наделен большими полномочиями и позволит вести целенаправленную работу. Изменениями структуры органов власти, в принципе, в первую очередь мы подняли статус этого органа. Теперь руководитель данного государственного комитета является членом правительства Республики Саха-Якутия. Раньше немножко за департаментом не хватало таких полномочий, чтобы они имели возможность вести, вносить на рассмотрение правительства ряд вопросов, законодательных инициатив, которых за ними не чувствовалось.